Реализован процесс очередного переселения в Лачин. Отправленные утром семьи добрались до родных мест. На этот раз в Лачин вернулись 18 семей, что позволило еще 59 лачинцам обрести свой дом на родной земле. Жители вошли в город со слезами радости. Их встретили с большим энтузиазмом, и они увидели обновленный Лачин своими глазами. Вернувшиеся в родной край жители Лачина поблагодарили президента Ильхам Алиева и первого вице-президента Мехрибан Ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность отважной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, почтили память шахидов, пожелав терпения их семьям. Всего в Лачине было обеспечено постоянное проживание 570 семей или 2900 человек. Следует отметить, что в городе созданы все условия для размещения переселенных семей в домах, восстановленных или отстроенных по указанию главы государства.